Привет всем! Вы на развлекательном канале Наталья Соболев, Израиль. Прекрасное утро! Как хорошо, когда день начинается так. В 6 утра за окном проплывают аэростаты. Вот одно из развлечений в Афуле – прокатиться на аэростате. Цена билета 1000 шекелей – $300. Но зато получите большое удовольствие и адреналин. Так низко пролетают, что даже людей видно в корзине. Завариваю необычный чай. Называется он связанный чай. Это листья зеленого чая, цветочки, связанные таким образом, что при заваривании они раскрываются в чайнике, образуя цветок. Собирают листья чая вручную в дождливую погоду. Специальные печи сушат, добавляют цветки жасмина, розы, лаванды и других цветов, связывают шелковой нитью. Процесс заваривания – это настоящая церемония. Дело в том, что бутон чая при попадании в кипяток начинает раскрываться и постепенно превращается в цветок. В сухом виде выглядит чаще всего в форме шарика, перевязанного нитью. Этот чай из Китая. В зависимости от добавленных цветов различают несколько видов. Персик дракона с цветами жасмина и клевера. Тайна Изабеллы. Находится лилия и жасмин. Букет императора, свежая слива. У нас чай называется «Скрытая тайна». Это бутоны жасмина, хризантемы. Заваривая этот чай, вы превратите свое чаепитие в настоящее шоу. Я рекомендую, если вы хотите удивить гостей и насладиться вкусным чаем, то вам определенно следует заварить для них связанный чай. Сегодня я продолжаю знакомить вас с нашим городом Афула. В этом видео я показываю вам, как цветет гранат, фиалковое дерево жакаранда, белая сирень логистрёмия и желтая акация. А это цветет бугенвиллия. В это время года наш город Афула ну просто благоухает. Мы находимся в центре города. Здесь расположено много магазинов, ресторанов, кафе, суши-бар и супер Рами Леви. А это большое и красивое здание «Каньон» – торговый центр нашего города Афулы. Рядом с центром есть большая парковка. Внутри мы видим отличное современное трехэтажное здание оригинальной планировки. Есть лифты, пандусы, вертикальные подъемники. Все оборудовано для беспрепятственного продвижения людей. Находится здесь большой суперфарм. Рядом книжный магазин. Кстати, есть литература на русском языке. Магазины, ювелирные изделия, оптика, подарки, предметы домашнего обихода, телефоны и компьютеры. Есть здесь большой кинотеатр, но в данный момент он работает нерегулярно. Кафе, рестораны и, конечно, вкусное мороженое. На втором этаже большой магазин детской одежды. На третьем этаже есть офисы и есть мисрат, где люди получают права на машину. Есть здесь комната для детей с игровыми автоматами. Как и в других городах Израиля, в каньоне находятся магазины. А вот на третьем этаже у нас находится большой фитнес-центр. Многие с удовольствием приходят сюда, чтобы с пользой для себя отдохнуть и заняться спортом, в короткий срок привести свое тело в порядок.
В Израиле можно увидеть, как занимаются спортом в любом возрасте. Возможно, именно благодаря этому израильтяне выглядят моложе своего возраста. Не секрет, физические нагрузки благоприятно влияют на работу сердца, кровеносной системы, нормализуют давление, мозговую активность, дыхательную функцию человека, а также на работу желудочно-кишечного тракта. И все это верно. Практически все жизненные процессы улучшаются за счет занятия спортом. Словом, занятия спортом помогают жить дольше и с удовольствием. Специалисты рекомендуют 3 раза в неделю заниматься по 60 минут. Какой вид спорта развивает все группы мышц? И это спортивная гимнастика. У каждого человека, кто занимается спортом, развиваются такие навыки, как скорость, ловкость, реакция, координация, выносливость, терпение и сила. Спорт – это успешная борьба с лишним весом. А умеренные спортивные нагрузки улучшают питание суставов и помогают им дольше оставаться здоровыми. Благодаря активному образу жизни, скорость обмена веществ в вашем организме дольше остается на высоком уровне, что предотвращает старение. Тренировки помогают вывести из организма токсины и делают кожу более упругой и красивой. Стало модно выделять комнату для спорта дома или место. А вот и мой домашний спортивный инвентарь. Гантельки, скакалка и кресло спортивное. Я вам всем желаю, занимайтесь спортом и берегите свое здоровье. Завершая обзор торгового центра, я хочу сказать, что здесь находится очень хороший ресторан. Цены здесь умеренные, и можно позволить себе пообедать. Вкусная еда! Правда, ресторанный зал очень напоминает столовую, но персонал замечательный, приветливый, официанты внимательные. Приходят сюда девушки и парни, родители с детьми, офисные работники, у которых работа находится недалеко от торгового центра. Хорошо на террасе посидеть с чашечкой кофе. Замечательный обзор. Можно увидеть красивый вид на город через большие окна в ресторане. Но дома меня ждет вкусная курочка с гарниром. Это приготовлено вкусное с приправой израильское блюдо. Паста с овощами, грибами и шницели. И вы еще думаете, чем заняться в выходные и свободное время? Да я составлю большой список развлечений на любой вкус и размер кошелька. Стоп! Как говорит мой любимый артист Леонид Семенович Каневский, это уже совсем другая история. Я не просто расскажу вам, я покажу вам эти места в Афуле. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки. А сейчас я для вас загадаю новые видео-загадки. И вот моя первая видеозагадка. Кто носил шлемы и гребень из конских волос? А вот вторая видеозагадка. Что это за предмет? И для чего он нужен? Вот то, что вы подумали, то и напишите. Кто первый отгадает видеозагадки, у того я посмотрю 5 ваших видео. Все ответы пишите в комментарии под видео. Внимание! 3-я видеозагадка. Что это и для чего? Напишите в комментарии.
Мои дорогие зрители, я всем благодарна, кто досмотрел это видео до конца, кто участвует в моих видеозагадках. Я всем говорю большое спасибо! Не забудьте поставить лайк этому видео. Я не прощаюсь с вами. До новых встреч!